как Lifesteal, Rubik, что у них еще было, Quapa, и единственный Sun King. Любят они Sun King, которого так яростно хейтили, в общем-то, все на International. Особенно NS, любитель саппорт Sun King, но в прошлой игре у них получилось достаточно неплохо. Загружаются у нас кастеры, кто-то никак не может никак прогрузиться. Да, все, поехали. Ну что, у нас играют Empire за свет, у них первый пик, за Dire играют Team One, и, соответственно, пик у них второй. Комментирует для вас этот матч Мейлшторм и Смайл. Смайл где-то рядом. Вот, и начинают опять сирены. Сирены имперцы. Лайфстиллера забанили сами, Бэтрайдер, Висп, все стандартно от One. Но интересно, как сыграют One на этот раз. Так, включил я Смайл. Да, все включил. Dire team pick. Да, поставил себе на Твича бота, и пока что он работает просто исправно. Я вижу все забаненные сообщения. Ни одно сообщение ненужное пока что я не вижу, которое бы он забанил по ошибке. Так что красота, да и только. Ну что, ответ очень такой неплохой от Team One. Ну вот как раз таки... Третий International и все, что с ним связано. Ответ, визаж плюс Дарксир. И гирокоптер опять от Империи. Любят они этого героя, Вивера и гирокоптер. Вот Вивера на этот раз сами забанили, взяли Гирача. Дарксир, визаж от One, и это значит, что будет у них достаточно агрессивный суппорт. Вначале так не слышу. Возвращается Смайл. Да, алло. Ну, собственно, начался у нас финал. Как видишь, Империя не изменяет себе, Нага и Герокоптер. Я думаю, они даже не будут изменять пик. Ну, чуть-чуть там, конечно, героев забанено, парочку, Висп и Профит. Но суппорт Нага и вертолет остались. Да. Ну, сейчас вот что-то наберут. Бан как раз Синкинга, которым Уан играли. Ну, вообще, я думаю, ты помнишь прекрасно саппорт Синкинга и его, там, любовь того же Неса к этому герою, которого он там не скрывал, в общем-то, на третьем интернешнале в момент игр. Действительно, винрейт у него крайне маленький, но вот здесь он настолько, видимо, впечатлил команду Empire Sun King от One, что его решили забанить. Да, как бы ему левел очень сильно нужны этому герою. Вот. Я сегодня тоже поиграл как раз-таки на этом стриме с Дэнди и Хвостом. Он, на самом деле, он сильный герой в замесах, он очень много решает. Да, он очень сильный, но вот именно... Когда у него есть блинк, вот этот появляется... И большой левел есть, он замес, и все безбокобэшные герои очень сильно страдают против него. Проблема именно левела и даггера, она настолько актуальна, что... Ну, это огромная проблема для саппорта. Где ты возьмешь себе огромный левел и вот так вот арканы, но арканы ему все-таки нужны тоже, и даггер, чтобы у тебя был хороший там монопул и были шмотки на даггер. Это очень непросто. В прошлой игре One решили эту проблему следующим образом. Они собрали быстрый мидас на лайфстиллере, он ушел фармить в лес, а Sun King остался фармить на линии. После чего, даже не дофармив даггер, Sun King врывался в драки с помощью Дарксира. То есть Дарксир ему давал ускорение, в нем сидел лайфстиллер, он врывался, там убивал этого же гирокоптера очень сильно. Но понятное дело, что Sun King там нафармить седьмой левел и прийти убивать гирокоптера можно гораздо раньше, чем гирокоптер нафармит себе БКБшку. Логично. Не видел я игры, конечно, команду One, но... Ну такая она была. Скажем так, были вещи, на которые... А против кого они играли? Против 3D Max французов. А. Тоже каких-то ребят... А, я счет видел, там какой-то 28 на 7, что ли, или что-то такое. Какой-то там 28 на 9. Ну, что-то типа того, да. Ну, чем ответит команда Team One? Нужен им мидер и нужен им керри. Вот он, водный керри. Лужица. Какой-то водный керри у Team One.
Да, и как раз таки команде Empire нужен хардлайнер и мидер. Ну, Хемат... есть все еще Clockwork, которого, в принципе, можно использовать. Здесь очень актуально будет сербам именно быстро тоже получать на суппортах левела. Ну, скажем так, и Никсу это очень нужно, и Визажу это очень нужно. Поэтому отводить они бы, конечно, очень хотели вначале. Ну, Clockwork мы знаем, насколько жесткий у Team Empire, который умеет банить спауны ракетками. Ну, в любом случае, что-то, да, это Clockwork. А вот и Clockwork. Банят Разоры, может быть, смотри, это может быть выход в Obsidian Destroyer. Если сейчас Empire это поймут. Ну, в принципе, да, нужно сейчас банить Деваурера, если только они не хотят против него играть. Но играть, я думаю, против него не очень хочется, потому что им как раз, ну, как бы Морфа нужно, понятное дело, давить. Нельзя давать ему там сидеть и фармить до конца там игры. Ну вот, да, он, собственно, Деваурер. Ну, я не знаю, чего тупанул маг, это, в принципе, настолько очевидно было, что если забанили Разора. А, ну, и они, наверное, это обдумали уже, что если возьмут... Деваура, мы возьмем Кунку. В принципе, тогда все очевидно. Ну что? Кунка неплох, конечно, безусловно, но все равно Деваура, против Деваура стоять очень непросто. Задача Team One сводится к тому, чтобы раскачать своего морфа, дать ему в начале фрифарм, и чтобы он нафармил очень много итемов, и, собственно, как бы морф это... Это очень сильный кэрри, но только в лейте. Плюс, в принципе, у них есть Дарксир, у них есть сильный суппорт, они могут развлекать в начале Empire хорошими гангами, и вообще на лейт у них герои сильные, как мне кажется. Ну, тот же Деваурер не так уж плохо, Дарксир, Визаж — это вообще отличные герои. Тут будет очень, вот как раз-таки из-за этого Клока будет очень много проблем у суппортов. Они будут стоять там Бучен, фармить, короче, аутфарм будет у саппортов команды Empire, по идее. Должен быть. Ну, как бы, так они и планируют выигрывать эту игру за счет Чена и... За счет Чена. Во многом. Ну, Чен и Нага также будет на пулах фармить, Чен будет фармить остальные леса. А там два суппорта, если им маг не ошибется в ракетах, то будет заблочен у них этот пул. Конечно, конечно. По-хорошему, можно вот этот пул отводить, видишь, где я экран держу? Ну, ты видишь, значки мои ты не видишь? Да, вижу твои значки даже. Отводить его можно вот сюда вот. Ну, если прогрызть вот эти три дерева. То есть даже настолько жестко можно отводить? То есть вот по этой вот линии прям? На паузе не... А, даже у меня получилось нарисовать, но хотя на карте не показывается. Достаточно интересно, я не знал, что можно в эту сторону отводить. Но с другой стороны, если можно отводить вот на уголок, то почему по прямой-то нельзя? Логично. Но действительно, надо проедать тангусики. Смотри, что они... что они хотят сделать. Они, наверное, понимают, что он будет блочить. Наверное, видели уже игру мага. Нарисовали, видишь, Валера этот... Неруб нарисовал, что за пушкой будем выходить. И убивать его. Ну, кстати говоря, так они и забрали ФБ в предыдущей игре. Именно там Сенкинг, правда, выполз. Валера. Валера — это Твиста. Мич — это Змай на Морфе. Змай из Бунара. А вот этот вот парень с ником Гугел. Гоги, это же Гоги. Это Гордон. Это Гордон, он самый. Грязяне и вот это новенький, походу, Лок-Лок. Локи-Лок — это как раз человек, который на роли Виктора будет играть. Буктопа. Буктоп. Ну, его так называют. Ну, я тоже, на самом деле, вначале называл его Буктоп, мне только потом кто-то написал, да это же, говорит, Виктор. Я такой, нифига себе. Действительно Виктор. Но у него как бы было написано транслитом «Виктор всегда». Ну, такой тоже олдскульный достаточно. Да, они все, да, олдскульные. Все слик со старых, с HKS-ов. Все уже переиграли. Топ-3 ESVC 2011 года. Это того самого ESVC, где была игра с Monkey Business.
Да, там они назывались, по-моему, команда Фоджи. Нет, не Фоджиэль, как. Или Фоджиэль. Возможно. Честно говоря, я помню там только две. Три команды: Na'Vi, Monkey Business и Yahoo. Ну вот, команда Fogel, они как раз выиграли у Monkey Business матч за третье место. Ну, Monkey Business, походу, были на очень сильной минус морали. Их просто переехали, эти вот сербы, югославы. Да, ну что и говорить, там они могли еще формат такой самый, все, и они уже ведут, и у них игра какой-то... в кармане. Мне вот больше всего сета нравится на Неруба. У него постоянно разные какие-то креветка сеты. Креветка какая-то. Да, да, это вообще на креветку, это похоже, какой-то лобстер вообще. Рачок. Ну, сейчас посмотрим. Ну, в прошлый раз, в общем, это... Не помню, что за игру я комментировал, но вызвал он восторг просто. Говорит, да что вы ругаете Неруба, у него даже сет как у Рака, потому что он просто не мог попасть станом вообще ни в кого. Там идет драка какая-то, там, 5 на 5. Он дает стан и не попадает ни в одного героя. Так, заходят игроки команды One, так достаточно агрессивно. Посмотри, неужели Кунку будут убивать здесь? Ой-ой-ой. Это сейчас опасно. Валера, настало твое время. Да, все шутки вот эти можно... Я не знаю, почему он взял себе такой никнейм. Валера. Может, его Валера зовут. Твист, может быть. Вот, смотри, флай, 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 флай. Если бы кто-то стоял, палил бы флая. The battle begins. Флай заходит. А флай не заходит, и это сейчас будет просто минус кунг, скорее всего. Да. Да смотри, он может стрейфануться. Скандал! Ай, попадает по нему станчиком. Ну бежит! Бежит! Бежит скандал! Выходит флай, отлично! Короче, морф такой морф, блин. Он мог в волну кинуть и заблочить тут с другой стороны. А тут минус Валера. Минус Валера. Короче, Валера отстанивается. Валера хочет жить. Слушай, Валера-то тоже уйдет. Да лол, это просто лол. Да, все ушли. В такой вообще, в такой, ну от этого Empire выиграли, потому что у них-то герои уже вон фармят на линии. И крипы с мида сейчас на верхней руне будут. Вот они уже на верхней руне, их увел. Ну короче, так нафейлили они. Ой-ой-ой, тут скандал. Проседает, ну выходит к нему Чен. Боже, что происходит? Просто Дота решила с места в карьеру нас начаться. Агрессивно чуть слишком. Слушай, а кто дал фла... Это фласку Чен, что ли, дал? Или это... Кстати, интересно, ванскоро какой-то тут. Леопард. На Чене. Ой, меня выкинуло. Ты да, выкинуло? Не только тебя, выкинуло еще и скандала. И Чена, и ванскоро. Короче, вы там на одном провайдере, что ли? Русские уехали. Да. А ты остался. Трибл килл сделали. Я остался, да, у меня все в порядке. А, подожди, а скандал откуда? Скандал тоже из Москвы, по-моему. Из Москвы? Да. Да, ну теперь дропнулся еще и Грязина. А ванскоро откуда? А вот ванскор, честно говоря, не знаю. Если он тоже из Москвы, тогда... Это шалит. Ничего не шалит, все нормально. Шалит провайдер стрим. Да, ну скандал очень, очень... Даже не знаю, как сказать, повезло, не повезло. Опять ты отключился. Ты подключился и отключился. Ну я, да, я видел, что подключился, опять отключился. Тайм-аут, у меня пишет. Это очень интересно. Короче, скандал чуть-чуть ушел к лесу в тот момент, когда его на него как раз начали выходить. Я уже не знаю почему, то ли он действительно думал, что на него сейчас выйдут, и так это... Либо просто, ну, случайно он там блочил крипов и отошел. Короче, морф не взял спелл. Ну, если ты делаешь сейчас блат, возьми волну. Вот, во-вторых, у некролика была, по-моему, плюха. Она, по-моему, осталась... Плюшку у него, да, там? Ну, он вкачал плюшку, но уж я не знаю. Так, переподключаются все, кроме скандала, вроде как. Я надеюсь, ты вернешься у нас окончательно. Ну, я на месте.
Да, действительно, OneScore тоже. OneScore написал, что московский интернет лагает, и отлетел в этот момент. И ты тоже, лол. У нас никаких ураганов, никаких гроз нету. Вроде штиль спокойно. Не знаю, сегодня у вас не тестировали вот эту вот сирену, я уже рассказывал. Против, ну, когда начинается там, бомбежка, сирена гудит такая. И слышно ее вообще везде. А у тебя во Фрязино тестировали, что ли? Ну вот, да. Да ладно. Да. Причем они ее сначала просто включают минуты на две, что она просто гудит, аж гул стоит в ушах. А потом они начинают ее вот так вот включают, выключают, она так от этого вообще с ума можно сойти. Учитывая, что я в этот момент пытался спать. Я, короче, перезайду в доту, потому что у меня просто... Слушай, запахло дедосом. Да. Только на этот раз сразу троих игроков. Это против баллистических ракет, да? Ну, я не знаю, против чего. Мне кажется, это со Второй мировой войны осталось. Потому что... У тебя гудок вот этот на деревянном столбе, который висит? Я не знаю. Что самое забавное, я не знаю, где он висит. Говорит и показывает Москва. Что-то типа того. А хотя нет, на DDoS это не похоже. Когда DDoS, ты же не можешь вообще в интернет зайти, а у тебя как бы только Dota. Ну да, там это спам же идет. Так, а ты уже переподключился, да? Ну, я вот, да, я вроде как все перезашел. Вроде как все вернулись. Иван Скороход вернулся. Иван Скороход семимильными шагами просто ворвался в игру. И Романыч на месте. Ну все, мы все на месте. Если не отключимся, гоу. Макс себя очень комфортно чувствует, он не сейчас не только будет банить спауны ракетами, он еще и, ну, получил второй левел, взял кок, он еще и будет блочить крипов сейчас. Да. Вот из последних, кстати, абузов, которые я встречал в пабе, это не Клокверк даже, это Шейкер и Акс. Ты видел вот эту штуку? Это там что-то Шейкер как-то блочит крипов, запирает их вот здесь вот в лесу. Вот здесь вот. А Акс при этом танкует там просто, ну, с крутилкой получает левел. А потом Шейкер отпускает 5 пачек. Да ладно. Ну и как бы это очень больно все. Неплохо пробили там Деваурера тем временем. Кунка. Ну, просто Тайтбрингером его бьет. И, может быть, Деваурер чувствовал себя бы как-то покомфортнее, если бы не вот это начало кривое, которое явно, ну, Кунке хорошо... Этот экшен, мне кажется, пошел на пользу. Да, и очень просел сильно Деваур по вообще всему. У него осталась одна хилка, сейчас у него еще напас пойдет Тайтбрингера второго левела, это очень больно будет. Ну, пока что напас не идет. Вот пытается Скандал выбрать как-то позицию, еще и крипа хочется добить очень сильно. Выбирает, попадает вот. Все-таки. Да, и добивает даже крипца. Все, 0 маны из 65. Валскор сверху из-за пушки зашел, но тут нету никакого Дарксира. Никого не оказалось, действительно. Ну, Дарксир просто фармит лес. Из-за того, что, опять же, вот такой экшен получился, очень большое преимущество по крипам сейчас у Сайлента. Но вообще в такой... Ой, что делает вот это муф? Это ФП. Гриффин, да. Это, я даже не знаю, как это назвать. Он подошел настолько жестко, что его кентавр мог заставить. Любимый игрок Лигус. Грязина. Ну что ж, в итоге ФБ, вышка, преимущество гирокоптера в десяток крипов из-за того, что вот такое вот начало было сумбурное. И что мы имеем в итоге? Мы имеем то, что сейчас вот при той стратегии, которая есть у Empire, когда им надо давить, идти, у них еще и преимущество, и должно было быть большое, так оно еще стало, как бы увеличилось. И сейчас у них все шансы просто вот выйти и получить. Так Макс очень хорошо себя чувствует. Просто замечательно, да. Вот сейчас его постараются убить. Ну, сверху. Что из этого получится? Ну, что-то как-то не особо получается, мне кажется. Ну, да. Просто визаж сделал по нему 3 тычки. У него щиток, у него как бы 700 хп. Он тут просто спокойно стоит и фармит. А Дарксир, ну... А где вообще Никс, я вот хочу спросить. Никс стоял слева, вот, получил третий левел. Пришел первого, получил третий.
Хунка. Продолжает харасить Деваура. Но Деваур сейчас должен себе Транквилла привозить. А, Деваур бутылка. Ну, тоже он будет нормально отхиливаться. Ну, конечно, Кунке здесь главное на 6-м левеле не умереть, потому что все-таки можно. Учитывая, что у него двоечка интеллекта, а у Деваура, соответственно, там 60, ну, почти 70 единиц. Это бы не очень хотелось. Ванскор, 3-й левел, не так быстро он получает. Ну, хотя нормально, 4-я минута, 3-й левел. Опять же, вот этот экшен в начале, плюс он отходил пушить вышку. Герокоптер стянулся, не стянулся с линии, наоборот, фармит, но ничего не боится, потому что там нету, в принципе, таких героев пока что, которые могут прийти и убить. Деваурер. Почти 6-й. Ну, вот нужно быть Скандалу аккуратным сейчас, потому что просадит его на 500 хп и просто убьет. Это со следующей пачки только будет. Да. Кура висит здесь. Отдает бутылку. Да, конечно, то, что Кура теперь так медленно летает, это реально осложняет жизнь героям, которым необходимо просто обузить бутылку. Ну да, со следующей пачки. Там 8 интеллекта. Ему надо накоцать его еще. Накоцать надо, если хочет убить. Да, обязательно. Просто подкоцать. Ну, там очень непросто, там просто 5 стиков, бутылка, фласка. Он просто коцает, у него атака 100 почти. Вот коцает, с каким плюхи отнимает ему. Ой-ой-ой. И вот это может быть, есть ли мана на ульту? Мана на ульту нет. А он сейчас убить его может. Есть мана на ульту. Ну, не стал атаковать, и флаской захиливается. А я не знаю, почему не стал атаковать, мог его попытаться убить все-таки. По-моему, нет, не убил бы, нет. Не убил бы. Ну, там теперь уже 6 стиков, и сейчас Скандал может еще и в нужный момент заюзать эти стики. Да, атака, конечно, у него жесткая. Да, 107. Динает тут крипов. А, какой-то совершенно огромный спаун, который непонятно как крипить, вообще пингует, мол, вот они, твои любимые сатиры, собственно говоря. Да ненавижу. Ракета пошла, ракета и банит спаун опять, причем успешно. Пошла ракета и пошло торнадо, смотри. И кто забирает, непонятно. Да, тут ракета ультует герокоптер и забирает все, кажется, герокоптер. Да, очень много забрал герокоптер, Никс отстанивается, Карапас от Валеры очень поздно, сетка на Морфа, Морф вроде бы уезжает, а вроде бы и нет. Но это минус Валера, как минимум. Сурч, замедление, ракета, о боже, Валера уходит. Визаж уйдет или нет? Есть сетка, через 3 секунды будет. Не-не-не, Визаж не уходит. Да, Визаж не уходит, с Рокет Бараш и спокойно убирает Визажа. 2-0. В общем, не самый лучший, по-моему, выбрали момент, где стакать крипов. И если уж выбрали там момент стакать крипов, ну, надо было как-то позаботиться о том, чтобы Дарксир не... Ой, Дарксир, Клокверк. Так, Торрент. Очень больно Деваурору. Ну, нет, ну, пока что живет. Кунка 800 хп, 8 стиков, отпивается. Не дает себя просадить, да, там, какой-то критический отметки. Он убить. Хочет просто убить его. Корабль. И убьет. Вот да, это... не так надо нападать. Корабль надо было чуть раньше. Не-не-не, корабль ты кидаешь первым, а потом ты кидаешь только торрент. Ну вот, тогда... да, корабль чуть раньше, и как раз бы он не успел себя спрятать. Но вот как-то... Ну, если ты хочешь попасть с кораблем, просто так ты не попадешь никогда в жизни. Ниссинг-синг. Ну, это просто как бы ману просаживаешь, все, ну, ты можешь убить. А как бы, ну, ничего не потеряешь. Ну, ману ты потеряешь. Ну, ты же не хп теряешь. Вообще тяжело сказать, как здесь собираются выигрывать ван. Пока что у них все очень плохо. Хотя вот по графикам не так сильно они проигрывают. Но как-то вот я смотрю, чем они вообще сейчас собираются драться. Ульт от Клокверка. Отличный ульт от Клокверка. Это минус Дарксир. Ульт от Герокоптера попадает в Карапас. Мага должны собирать. Маг тут трахтит, еще живет. Прячет его, дают ему пожить. Рядом Нага Сирена. Нагу не пускают. Моноберн. И вот ты пошел просто на базу. Ну как-то вот это вот прятать его точно не нужно было. Это было зря. Да, потому что спали все стаки с тычки визажа. И дэмэджа просто потом не прошло бы. Герокоптер с доминатором. В крипах заблочились. Да, сейчас начнет отводить себе стаки. Готов к стакать эншентов. Ну, преимущество очень большое, то есть это минус 2 вышки, сами не потеряли ни одной. Чен, который там подфармливал лес, мид Деваурер не выиграл, что само по себе... Ну, когда Деваурер не выигрывает мид, это уже очень плохо. То
То есть он берется для того, чтобы мид выиграть, причем зачастую выиграть со значительным преимуществом. Ну и еще и гирокоптер на 20 крипов имеет больше, помимо всего прочего. Очень тяжело будет сейчас что-то здесь сделать игрокам команды One. Смотри, сейчас будут нападать на... Да, нападают на Марфа, но... О, он не успевает прокатиться волной, у него просто нету маны, корабль и минус. По-моему, зря он не стал укатываться на своей вот этой волне. А у него кулдаун, во-первых, был. А, то есть даже кулдаун был. Да, у него был кулдаун, потому что он только что на медиа просадил, и вот, а потом... Ну тогда все хорошо сделали имперцы, потому что как раз-таки напали. Потом начал перекачиваться. Ну да, там секунду, вот секунду позднее, и у него накопилась бы мана. У него просто стики еще были бы. Я думаю, мы можем увидеть в ближайшее время баны Клокверка против Team Empire. Чтобы... Ну потому что действительно очень хорошо на нем выглядит маг. Напали на Скандала, но у Деваура нету большого количества инты сейчас прямо такого огромного, с которой он мог бы убить этих героев или хотя бы одного. Сверху фармит Дарксир, фармит он себе, скорее всего, Меку. Снизу... Ну, да, что-то очень плохо все дела у Дарксира. А и в прошлой игре, где они там, вроде у них было все, ну, они ее выиграли, но дела у него все равно были... Ой, сейчас Дарксир еще умрет. Да. Просто на хосте. Ну, вот он грамотно все делает, конечно, в крипах вот в этих. Но он еще крипов заберет. Ой. Да, Клокверк добивает его в итоге. Надо было завязать стики, не пожалеть и забрать еще двух урс. Находит Клокверка. Да, и Клокверка, кажется, здесь убьет. Это первый да, фраг. Да, хосты закончились как раз прям точь-в-точь. Ну, конечно, у божественно. У меня нет слов просто на это. Да. Он все равно умрет. Ну, это... Ну, да, теперь нет слов. Ну, может, у них лагает, может, еще что-то. Непонятно. Это жесткие лаги. Просто очень. Ну, либо в голове, либо интернет. Одно из двух. Но лаги присутствуют точно. Немаловероятно, учитывая, что сегодня дот вообще подлагивает. Нет, ну, конечно, ладно, промазал волной, но вот это вот ульта Деваурера, когда, ну, там по-любому визаж должен давать эту плюху и убивать, но... У Клокерка 200 хп, у визажа это плюшка третьего левела. Забавно, короче. Да. Нет, ну вот сейчас главное Empire просто там не затягивать слишком сильно. То есть вот у них есть преимущество, сейчас может быть какой-то БКБ дофармить, какие-то ключевые артефакты. Смотри, я короче только понял, что пришел троллик на мидл. Вот это хил тролль прист. Он на самом деле, он может вылечить 1500 хп. Ну это он делает достаточно медленно. Но у него кулдаун 0,5 секунд. Да. И он лечит по 15 хп. Ну вот он, к сожалению... Пока Чен что-то фармит в лесу, он может просто кликать на этого тролля. К сожалению, просто на пенсию тролль отправился. Не смог он захилить никого. Выходит урса, здесь будут пушить вышку, вышку спушивают. У Никса только появляется шестую, визажа шестого до сих пор нету, а ему бы, конечно, очень сильно этого хотелось. Да, преимущество у Empire 5000. Ну, это вот Na'Vi стайл. Вот типичная игра, вот как раз, как будто смотришь игру Na'Vi. Вот этот вот Чен, преимущество в начале, все хорошо исполняют. И сейчас вот единственный момент, с которым... И фидануть надо теперь. Да, вот это уже не совсем Na'Vi стайл. Вот, к сожалению, у Empire есть такие проблемы с тем, что иногда Валера, затягивают. Валера какой-то странный. Да, Валера. Решил застанить Урсу, чтобы та не ломала варт. Урса такая, в шоке. Он подумал, что Урса умрет прям сразу, 1250 хп. Ну ладно. У него лагает, может, просто. Потом чуть не стоял на хук и ушел. Мне кажется, это все-таки хорошие, тяжелые наркотики. Сербские. Хотя, Твиста, он же из этого, он же норвежец. Да. Твиста норвежец. Или швед? Не, норвежец. Норвежец, по-моему. Ну что? Гирокоптер уже фармит наверху, у него 500 монет до БКБшки. Уже 400, да. У мага практически готов. Не практически готов, но будет скоро, я думаю, готов такими темпами. Блейдмейл, морф при этом. На него просто жалко смотреть, у него потому что ПТ и...
Аквила и стики. Все, это все, что есть у этого нормально. Ну вот, из-за того, что они так тупанули. Вначале линия пропушила, Исколок получил левел. О, снизу, далее. Посмотри-ка, забирают пунку. Смок-ганг был? Ну, я думаю, что может быть даже не смог, а не Никс. Смог, а через Никс-ганг, да. Никс. Забирают кунку, это неплохой профит для суппортов. Есть уже 6-й левел, наконец-таки, у Визажа, что ему тоже очень хорошо. Деваур фармит себе потихоньку, помаленьку фурстав. Дарксир уже вот... Вот этот Дарксир меня удивляет, он реально бегает пустой абсолютно. Потом там 2 минуты на него не смотришь, у него мека практически. То ли он где-то это все складывает в куру, я не замечаю, то ли выкладывает на базе. Очень быстро фармит леса просто. Мека, это что, это же не так много, она стоит 2000. Там 2300, что ли? 2306, по-моему. Интересно, что фармит Морф. Он такое ощущение, что решил сразу себе Этериал закупить. Морф, 2600. Может быть. Визаж. Он что думает? А что ему тут хорошо? Морфу тут хорошо. Да нет, ну ему по-любому нужно, вот знаешь, вот этот вот, в чем хороший Этериал против даже того же Герокоптера. Да, понятно, БКБ, но вот сколько ни смотрю, все время, если игра затягивается, есть такой момент в игре, когда у Герокоптера либо кончилось БКБ, либо он не успел его включить. Ох, отличный сон, но нет уже ничего абсолютно, и маг должен подходить ставить Коги, но Когов нету, хорош! Сцепляют Никса и убивают каким-то образом Деваура, я вообще даже не понял каким. Как-то он за секунду умер, это фулл хп. Да, возможно, Кунка там достал Стайтбрингера, ракета, клокверка и что-то еще. Ну, что-то там вообще было жестко. А у него, кстати, готов фурстав уже на базе лежит. Вот так вот, он себе чуть-чуть не успел привести этот фурставчик. Морф сверху пытается сломать вышку. Да, ну и, конечно, Морф его не сломает. Да, Морф очень жестко затупил сейчас, он мог... Ну и очень жестко затупил сейчас маг. Он мог оставить репликейт где-то сзади и просто попытаться добить эту вышку. Ну хотя там Кунка с крестом, это опасно. Интересно, сделал этот Иллидан с Сакурой, сделали в матче как раз-таки, в котором ты играл, Empire Besiegel. Да, они начали тпшить на котле Морфа, и он, блин, канулся на... Антимаг, да, он блинканулся по тир 2 пушку наверху, заденайл ее через секунду. Там тайминг хороший был. Ну там, знаешь, это получилось так очень быстро, вот что самое. То есть я его чуть-чуть не успел словить. Ну там просто можно было ударить, и все, эта штука бы сбилась. Ну там, если на 0,5 секунд попозже, я в корни бы ввел. Ну или корни. Вообще, его там немножко неправильно сыграл этот. Боже, забыл. Бейн. Если бы Бейн... Ну, Бейн кинул сон просто, и все, и ничего с этим антимагом уже не сделать, потому что с руки его не ударить первую, там, секунду, и дамаг ему не наносится, он просто улетел. А если бы в сон не кинули, там могла даже случайно какая-то тычка пройти от героя, и все, и он бы спокойно... Нет, там никто не среагировал. Ну что, Герокоптер БКБ, 2300 сверху, очень быстро он расформился здесь, видимо, забрал каких-то эншентов, и собираются, судя по всему, драться игроки команды Empire. Ну и что самое интересное, игроки команды One тоже собираются драться. Ну здесь Деваур очень быстро расправляется с иллюзиями, это его, в общем-то... его хлеб. Висят фамильяры, понятное дело, что им подставляться особо под флаг кэнон не хочется, и лучше как-то их заюзать потом. Кстати говоря, они не засыпают во время слипа наги, и можно как-то попытаться что-то сбить, частенько такое бывает. Ну все, имперцы все впятером здесь. Чен уходит. Ну все, они вот это давление вот это окончательное, когда уже большое преимущество есть, идут забирать пушки, потому что, в принципе, команда противника ничего не может сделать. Так, перевызвал фамильяров, это уже неплохо. Морфа зацепили. Да, ну сетка, все в Морфа, выходит Ник, станет нагу. И никакого вообще, никакой реакции от игрока. Я не знаю, что он фамильяров здесь держит, я не знаю, что он сбоку не отправляет через лес. Локи-лок. Но он их только ну вот решил здесь. Вешают еще раз. Никсан, он уходит в Вендетту. Сетка на Деваура. Это не настоящий Деваур. Вакуум прожимает Герокоптер. И сейчас просто можно отступить. Да, Визаж, конечно, сыграл как настоящий Визаж. Больше мне добавить к этому нечего. О, Никс.
Никс умирает, еще и зацепили Деваурера. Деваурер не успеет ничего скастовать, умирает. Сон, Наги, Сирены тут же отжимаются. Нет, Сона даже не было. Мне всем кажется, что Нага поет. Что у меня за... Ну да, и плюс Дарк Сирс. Умирает и выживает только Морф. Честно говоря, короче, я не понял, где он уже. Отвратительная позиционка от команды Ван. Вообще не понимают люди. Самое чего. Забавное, что Empire сделали все далеко не лучшим образом. То есть они прожали БКБ в никуда, начали фокусить репликейт Морфа. После этого Клокверк попал в фамильяров своим хукшотом. Ну, он не фамильяров, он в Николика попал. Не, он попал в фамильяров, а Некролик просто висел сразу за ними, почему-то там. И но потом... он оказался сразу в коробке. Да, и он подошел просто к нему пешком и запер в коробку. Деваурер тоже ультой не шваркнул. Ну, в общем, как эту драку выиграть, когда у вас никто ничего не делает? Влетает, минусует скандала, Морф сзади заползает, Никс, отличный стан по троим и умирает. Что они творят? И Деваурер такой, просто... Кстати, есть ульта, Деваурер. Можно шваркнуть ультой, он запирается, форстафит себя, Клокверк, здесь же нельзя шваркать ультой, потому что он просто умрет, но он сейчас и так умрет, нужно сделать хоть что-нибудь, Деваурер умирает, опять не сделав абсолютно ничего, Валера пишет ГГБП. Что за... Я даже не знаю, как назвать. Давай, прокомментируй эту игру. Это просто в лучших... в традициях Майка Тайсона. Вышел за 10 секунд, получил бубен и ничего абсолютно не сделал, даже, знаешь, не попытался нанести удар. Не, у Тайсона был нокаут, они вот с разных сторон идут из разных углов, вот просто первый удар, все упало.